Майнкрафт, мини-игры, Hungry Games, Skywars. Конечно же, все это ты сможешь найти на канале Ньян Джонни. Заходи и подписывайся, он будет этому очень рад. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее продолжение прохождения замечательной карты, которая называется Пиксель Дроп. Это где у нас падают блоки, составляют какую-то картинку, и нам нужно угадать, что это такое. За первый день выхода первой серии мы набрали действительно большое количество лайков и большое количество просмотров, за что, ребята, вам большое спасибо, вы реально очень крутые, за это я вам еще раз скажу спасибо. Но если вы хотите, чтобы я чаще выпускал подобные видео, если вы хотите, чтобы у нас была еще одна серия этой карты, потому что тут много различных уровней. И просто, если вы хотите новые видео, то вы знаете, что делать, ребята. Если мы сможем набрать 2000 лайков, я в это верю, то что мы сможем, я действительно вам скажу большое спасибо. Чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Поэтому не ленитесь. Секунда поставить лайк, секунда подписаться, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков. Все, что нужно, это нажать на одну кнопочку. Но вы действительно сможете сделать мне приятно. Потратьте 2 секунды, ребята, я вас прошу, но за это я вам выпущу новое видео как можно быстрее. Но мы больше не будем тянуть, и мы сразу же приступаем к самой серии. Ну что, ребята, сегодня мы посмотрим, какие новые уровни нам подготовила вот эта карта. Посмотрим, что мы сможем угадать и что не сможем угадать. Потому что в предыдущей части серии, ну, в принципе, если судить то, что это была первая серия, то я много нормальных картинок угадал, но также были некоторые фейлы, где-то я тупил, где-то я еще что-то делал, но это, в принципе, нормально. Никто из нас не идеальный, никто не идеальный человек, и никто никогда не будет знать все на свете. Поэтому, так же, как и я тупил, мог тупить любой, кто бы проходил вот эту карту. Ну ладно, ребят, сейчас мы посмотрим, что это такое. Ну, пока что я не представляю. Что-то оранжевое, что-то желтое, какое-то темно-желтое. N и E. Pumpkin Pie. Pumpkin Pie. Давайте. Я уронил. Как я ненавижу вот эту хрень, верните! Верните! Где? Вот. Да, ну немного за... Ну как вы видите, ребята, это небольшие лаги, я сразу... Ну как сразу же угадал? То есть тут непонятно, что это за фигня, это как будто тролль какой-то нагадил. Это непонятно то, что это... пирог. Ну ладно, давайте лучше сосредоточимся на следующем уровне и в этой серии попробуем побить наш рекорд, который мы сделали в предыдущей серии. Что это такое? 5 букв, что-то белое. Ребята, если вы прям какие-то, не знаю, потомки Эйнштейна, вы уже могли понять, что это такое. Но глаз, я понял. Вот сейчас я понял. Глаз. Ну, сейчас, в принципе, это было как? Это нужно, знаете, каким-то оптическим зрением смотреть с какой-то 10-й точки, с 10-го ракурса, чтобы понять, что это такое. Потому что, если ты смотришь так, ты не понимаешь, что это за хрень. Это какая-то самая худшая картина, которая только существует. Но только потом ты догоняешь. А, это что-то там намекает на вот то, на вот то, на вот то. Ребята, у нас тут 6 букв. С какой мне стороны смотреть? Что-то знакомое, что-то... Shield может. Может Shield? Да! Догадался. Shield, то есть это щит. Ну, я просто не понял, потому что я забыл то, что тут могут быть показаны... я ничего не спалю, что ты мне ошибку какую-то выдаешь нафиг в чате? 4 буквы. Ребята, я забыл то, что тут у нас могут появляться не только слова, не только картинки с Майнкрафта, а вообще со всей жизни, со всего существующего. Поэтому, ребята, я забыл то, что... Я же такой подумал. Щит? Да в Майнкрафте же вроде щитов нет. Хоть есть, но они же не так выглядят. Это что такое? Это трансформеры нафиг. Это какое-то яйцо трансформера. Это не покебол случайно. Это Т. Это опять чувак с Марио. Ребята, я не помню, хоть вы меня убейте. Я не помню.
Я еще раз повторюсь, как я уже говорил в предыдущей серии, последний раз я играл в Марио где-то 16 лет назад. Когда мне было, ну, я не знаю, когда 4-5 лет мне было, вот годиков, тогда я играл в Марио. Я не помню, ребята, что там было. Я не помню, как они все называются. Ребята, извиняйте, но я не знаю. Тед, Тод, не представляю просто. Я не помню. Если бы вы, например, не играли в какую-то игру, но вам бы заняли Тод, может, Тод какой-то, я фиг его знает. Тод, ну... Это я уже угадал, я не знал, честно. Если бы вам задали какой-то вопрос, например, как там звался какой-то персонаж из Симсов, то, а вы никогда в Симса не играли, или что там еще откуда-то, откуда бы вы знали, как на это ответить? Я, например, никак не смог. Так, ребята, 4-8 букв. Что-то синее, что-то белое. Последняя буква К. Последняя буква К и Б. Ребята, ну, какие-то... Какие у вас предположения по этому поводу? Что вы сейчас тут видите? Я пока что ничего не вижу. 700 очков, мы тратим очки, но я пока что ничего тут не вижу. С какой мне стороны смотреть? Что это? Вы... Фейсбучона это у нас. Да. Ну, откуда я мог знать, что даже про Фейсбук может быть? Нужно, ребята, всегда держать в уме то, что у нас тут могут быть вопросы не только по Майнкрафту, а также вообще с любой другой сферы, которая только существует в этом мире. Запомним, запомним, это у нас второй раунд. В предыдущей серии у нас было 3 раунда. В первом раунде мы положили один рекорд, во втором мы его, к сожалению, не смогли превзойти, а в третьем мы победили еще раз и набрали больше очков, чем в первом раунде. Надеемся, то, что сейчас мы тоже сможем что-то сделать. Ну давайте, давайте, 4, 5, 6, 7 букв, 7 букв, что-то зелененькое, что-то различные цвета зеленого, темный, светлый, лаймовый, также я вижу белый. Что это такое? Какая-то черепа? Нам же нужно вот так прямиком смотреть, да, не боком. L. Это опять что-то с Марио. Что это такое? Ребята. L. Я не представляю. Честно, футбол может... Это может футбол? Футбол. Так пишется? Нет. Потому что может футбольный мяч, то есть не футбол, а регби там, американский футбол. Изумруд! Какой... Где... Дай мне изумруд. Дай мне изумруд. Ну... Если это изумруд, то я китайский нафиг продавец кукурузы. Какой это из... Охренеть, может это какой-то, не знаю. Стрела, стрела, круто. Но тут это стрела снова. Офигеть. Arrow of Leaping. Нет, последняя F. Последняя. Охренеть, откуда я могу знать? Это нов... Ребята. Нет. Охренеть. Arrow. Leaping. Нет. Arrow Leaping. Вот, зеленая стрела. Poison может. Может Poison, ребята? Может Poison? Poison Arrow. Вот так. Да. Ну, это стрела с отравлением. Отравленная стрела. Ну, я тоже не мог знать, потому что это, в принципе, вы видите, ребята, то, что это новые стрелы с нового апдейта Майнкрафта, поэтому я, если честно, не представляю, как они все называются, какие вообще у них цвета. Хоть там было вот это зеленое, а не вот это темно-зеленое. Там было лаймовое. Ну, ничего, это миньон, ребята. Это я уже понял. Да, вот. Миньон. Я надеюсь, что правильно. Да. Ну, хоть что-то я угадал, потому что с первых же блоков, когда я увидел синие,
желтое и также глаз посередине. Это, в принципе, хоть я не смотрел миньонов, ребята, я никогда их не смотрел, но я догадался, что это такое. А вот что это такое? 4, 5, 6, 7, 8 букв в первом слове и 5 букв во втором слове. Вы, походу, издеваетесь. Я же не на уроке каком-то сижу, я не запоминаю какие-то слова или там диктант пишу. Дайте мне, пожалуйста, нормальные загадки, там 5-6 букв. Что это такое? Что это такое нафиг? Квадрат Малевича, только не черный, а серо-буро-каштановый. Офигеть. R-tail. Table. Crafting table. Я догадался, может, по словам. Crafting table. Да, я просто догадался по словам, то есть table, что у нас может быть? Table, 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 потом QR, значит уже crafting table. Хоть я бы догадался только в конце, потому что он не выглядит как настоящий верстак. Что это такое? 5 букв и 4 буквы. Что-то белое, красное, синее. Почему-то мне белое, красное, синее всегда напоминают трансформера, то есть Optimus Prime. Кто смотрел трансформер, у него был белый, желтый и также синий. Кому эти цвета напоминают трансформера и Оптимуса Прайма, ребята, напишите в комментарии, мне действительно будет приятно видеть людей, которые также смотрели трансформеры. Ну что это такое? V-O-G. Какой-то флаг. Что-то мне какой-то флаг, я не знаю. Нет. Ну, в принципе, Великобритания, Англия тут уже не может быть. Хоть это флаг! Union G. Я походу догадался. Union Jack. Соединенные Штаты, Великобритании. Как я говорил, это действительно флаг Великобритании, но Джек, я не знаю, ребята, честно. Я запутался, потому что я не представлял, что это такое. Ну ладно, третий раунд, посмотрим, что мы сможем сделать сейчас. 7, 6, 5, 4 секунды и начнется наш последний раунд. Или может не последний, ребята, если вам нравится вот эта карта. Мне нравится, я не знаю, но мне действительно нравится вот эта карта. Я хочу играть, потому что тут много различных загадок, много различных уровней. И эта карта пока что мне очень сильно нравится, пока не начались повторяться уровни, которые уже у нас были. Но будем надеяться, что тут действительно много уровней. Будем надеяться, что автор этой карты не запросит ее и также продолжит делать новые уровни, потому что карта действительно мне пока что нравится, ребята. Если вам нравится эта карта, напишите, пожалуйста, в комментарии. А, какая-то фиш! Какая фиш? Клаун-фиш. Рыба-клаун-фиш. Рыба-клоун. Рыба-клоун. Да! Замечательно. 290 очков. Поехали, погнали, ребятушки. Мы сейчас посмотрим, что у нас получится. 290 очков в первом же раунде. 4 буквы, ребята. Это нужно быстренько соображать. Что это такое? Синее, голубое, черное, белое, бежевое, зеленое. Не знаю, какой-то день маскарадов нафиг. Еще более. Офигеть, что такое? Что-то мне напоминает, что-то мне какой-то персонаж, ребята, вот руки, вот ноги, писюн там где-то, вот глаз. Это с какого-то мультика опять, ребята, я не смотрю мультики, у меня на это просто нету времени. Это с какого-то мультика опять. А если предположить, если просто-напросто предположить. Да. Я просто предположил, я где-то услышал. Меня, наверное, сейчас все любители вот этих мультиков просто-напросто загрязут. Вот это Adventure Time или как это там называется. Ребята, я уже давно вышел с возраста, когда я смотрю мультики. Если бы я даже смотрел, у меня на это просто нету времени. Честное слово, у меня на это просто нету времени. Я даже сериалы не смотрю, потому что, ну, реально нету времени. Не то, что мультики. Поэтому любители мультиков, я ничего против не имею. Я вас всех люблю. Я тоже любил мультики. Это, как она называется? Стил. Как я мог забыть? Flint and Steel. Офигеть, как я мог забыть? Зажигалка. Flint and Steel. Как я мог забыть, как по-английски называется зажигалка? Вот. Любители мультиков, я вас всех люблю, но не обижайтесь, потому что, ну, если вы знаете, это не значит то, что все должны это знать. Но
Респект вам. Ну что, ребят, так, кстати, кто смотрит мультики, напишите в комментарии, какие ваши любимые мультики. Мне просто будет интересно, я, хоть я их не смотрю, но я составлю список и для себя узнаю, какие сейчас самые популярные мультики. Ну и просто действительно это будет очень круто, поэтому напишите в комментарии свой топ самых любимых мультиков, которые вы смотрите. Что там у вас существует сейчас? Вот это Adventure Time и многие другие. Это опять какой-то... Это то было с Adventure Time, это с какого-то там других мультиков будет, я не знаю. Ну что-то, это опять какой-то персонаж. Я не представляю. Что это за подсолнух нафиг? Это что он у нас? Это F. FWR. Хоть вы меня убейте, я не могу. Я не представляю, ребят. Что это такое? А, это опять с Марио! Sunflower какой-то. Ааа! Я вспомнил! Огненный цветок. Хоть я и не помню. Flower, вот так. Да, хоть я не вспомнил, но я в принципе как-то по сути догадался. Fire, да, была буква F, потом Flower, ну что-то, если догадаться, то Fire Flower получается. Ну ладно, допустим, мы как-то проскочили помимо этого уровня. Ребята, что это такое? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 букв, если я нормально почитал. Да, вроде 9. Это опять какой-то цветок, или я не знаю. Что это такое? Это какой-то цветок. Sunflower, может? Может, Sunflower? Я просто предположил. Sunflower. Подсолнух. Офигеть! Офигеть, я в предыдущем раунде сказал то, что там какой-то это подсолнух, что ли? Это был типа подсолнух, а это был огненный цветок. И в следующем же раунде у нас попался подсолнух. Офигеть, ребята, но в принципе на этом мы, к сожалению, будем заканчивать эту серию. Честно, скажу вам честно. У меня уже чешутся руки, чтобы сразу же побежать записывать новую серию. Потому что эта карта, ну, пока что она мне нереально как нравится. Я не знаю, это, наверное, единственная карта, которая у меня вызывает столько эмоций. Я не знаю почему, но вот такой тип карт мне офигеть как нравится. Поэтому, ребята, как только мы наберем 2000 лайков, я сразу же выпускаю новую серию. Чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее серия выйдет. Ребята, каждый ваш лайк это решает, потому что если каждый из нас не поленится нажать на лайк, 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 мы все вместе дружно соберем 2000 лайков как можно быстрее. За час, за два, за три, за четыре, зависит только от вас. Я сразу же для вас выпущу новую серию. Поэтому, ребята, не ленитесь ставить лайки. Также не ленитесь участвовать в наших опросах, которые я вам задавал в этой серии, какие ваши там любимые мультики и всякое такое. Также не забываем подписываться на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, я общаюсь с вами на протяжении всей серии. Поэтому, ребята, вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков, все, что вам нужно, это просто на меня подписаться, я действительно буду очень сильно этому рад. Поэтому, ребята, лайк, потратить одну секунду, подписка, потратить одну секунду, потратьте на меня 2 секунды, но на вас я потрачу, ребята, не знаю сколько времени, сразу же выпущу новую серию, это будет моя вам благодарность. Я говорю спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, вы реальные молодцы, потому что вы не перематывали, вы не выключали видео, а вы досмотрели его до конца, и это действительно заслуживает большущее уважение, поэтому, ребята, респект вам. Также приходим смотреть новые видео, я рад вас видеть каждый день. Ребята, приходите, не стесняйтесь, я всегда вас жду в новых видео. Поэтому приходите, и просто-напросто мы с вами будем проводить еще больше времени вместе. Еще раз вам скажу, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.